Прикольный щит. Да гусани вроде же есть такой. А чё, один маг? Да, да, да. Вечер, добрый. Добрый, добрый. Я всем каски раздам. Одного ДД не хватает. Включите стрим, у меня зависит. Все, я попал вам нашел. Да в смысле? Все, тебе же лучше. Ладно, покажу свой ДПС. Тем более 9000 атак. Это с нормальными бафами у нас, смотри, будет. Все из одного конвейера, блядь. Один маг. Это я. Один маг. Пиздец. Но нормально, этого и достаточно. Я хотел МК. Хилю, 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 рейд. Вон Киртова лозови. Ваня, заходи. Или Настя, возвращай, хотел бы еще одну. У нас все в день? Ой, все в дискорде? Почти, наверное. Нет, 25 и 27. Вы сумаете, пожалуйста, шкаф поставьте, и пока пати распределю. Да, 25 человек. Мне фуд пати. И рыбку ставьте. Кто за рыбу отвечает? Где рыба? Женя? Ну, Женя, у тебя есть эти... Я сейчас рыбу... Я сдам сейчас рыбу. Рыбу не поставили? Я-то с ГБ не брал. О, на Страже Озеро ты забыл совсем. Че, линканули? Да линканули так что. Ну и где рыбка? Список заданий сочного кекса переполнен. Я тебе не могу увидеть. Ты сумонти, чё, вот рыбка. Пал 4-4, о. Холи, пал 4-4? Эр пал. Если ты в дискорде, раздай всем кулаки. Подержишь короля? Если кулаки. Я? Да. Только короля. А у меня ни каски, ничего. Дайте каску и лапу. Помогу. Что там по бафу? Так. Лапы нет. Да, лапки нет. Ай-яй-яй, масло наносит. Криста бафа еще нет. Берите для кого массаж делать, берите пока DSG. Танку сможешь стрим включить? Там просят. Да это ж не ФМ же. Обычку? Да, там Кирто хочет посмотреть. На, вот, смотри. Короче, Олма Кроша держит у нас Войд. Слепоглазый Кигли Семёна же держишь, а короля заберет у нас этот. Чат, ты на пульте, кроша на пульте на печеньку, потому что сорвет кто-то. Именно кроша, Ому он сам заберет, а крошу надо на пульт. Потом СС дайте по войду, кто-нибудь один СС, и мы начнем. Че, я выключу ауру, понимаете, слышишь? Лучшая тьма, поставь что-нибудь. Быстро двигался, только тебя взял. Все, окей. Сразу все на пулы и кроша на печеньку. Геру не Йо-мо. Геру как поставим там? 5, 4, 3, 2, 1. Баны по собаке нужны. Об этом ретрик нормально.
Сразу киглеру. Блять, вот хотел же перед лицом встать. А идея другого тоже успеем идти по-быстрому. Антифир киньте на Вайда или на Чапли, кто держит? Я держу. Короля я. Сразу гом. О. Тебе и молот надо. О. Повезло, повезло. Пробишь чекай. Ну почему, почему? Сразу убиваем, мы должны короля успеть. Уже собрали, да, полностью? Шмот? Или вообще? Как на охоту, могут... которая... Охоту собрали? Да, не успел. Уже цугорно все.
Не падал же никто. Ок. Слышно, кекс пал. Я тебе дам хавку, если что. Да, ладно. Да у меня есть. СПД. Нам главное успеть сразу. Пробафайте сочного и поехали. Чат успехайся тогда обратно. Я уже. МТ-шат войд, остальные на пол в печеньку. Сразу можешь с пола в печеньку на пол давать. Пробафайте сову и его не надо, я не буду кушать. Ну окей. На готовность сверчу. Я бы забагалась. Наверное, лучше скипать сразу. Да, окей, ладно. Все. Друг от друга после сяжки отходите, самое главное. 4, 3, 2, 1. Квадрат на пульте. Семена что-то тут? А, на пол, на квадрат. Поставь на меня метку. И сами можешь поставить. Все под правую ногу, разбежались. Без Геры. Все, Геру дайте. Упал. Под правую ногу все стали. Когда Гера? А, ну мне нормально. Под правую ногу робот, кто там идет. Под левую. А когда Гера заканчивается? 23 секунды. Ну тогда звоночек. 18 секунд. Но лучше под эту вторую. Экон сказал, что на Next тяжкий сдаст. Окей. Под левую. Дизонфа. Получается. Вы можете прям в центр фрейм оставить и все. Там же фрейм ебейший тоже. Если у вас дуэс слева справа закроют, прям в центр вставайте. Правую ногу все стали. Под левую. Правильно.
Под левую. На всякий случай еще скрин сделать. Сразу летите, аж отрат, но. Да и там порс может быть спать. Ну ладно. Порт шатрат есть. Я заскринился. У нас маг же был один. Так, да. Женя. Оставлю я. Ты думаешь, все моментально? Это не как твой холоху. Нажал, и он крутится. Ага. Им надо еще управлять ими. Ну смотри, усиленная буря в 4-4 на третьем месте держится. Имба. Обычно даже не. Срочно нервич. Из-за этих немоты я просто ниже потопаюсь. Ну слаб получается. Какая же хрень. Ни о чем. Вот был бы я тут на коте. А кому скидывали эту? ГДКшники. Я дал ханту и второй раз роги халяви дал. Вот что он меня обогнал, ясно. Хант? Там факт, ты... нормально. Он 4-4? Я тебя... А что, у меня ДБМ за... Ой, это какой, река? Река он забагнился? А что такое? А там, кстати, новый ребут от ММ... Ой, реворк уже ввели? Или нет еще? Нет еще. А у тебя ММ какой он? РПБ? Сколько РПБ ты набрал? Нет, у меня? Ну там скоро ММ опять реворкнут. А я думал, ты еще. Там суровые теперь из места двух минов, теперь какие-то супер взрывы у них будут. Все, можем смело идти курить. Или суманить успеем всех? Давайте суманем. Давайте я шкаф ставлю. Но не в инсте. У около входа суманите, потому что могут выкинуть с рейда. Да, из рейда. Там потом репати надо будет делать. Просто у входа и можете курить идти. Давайте шкаф ставлю. Нулик назад пустил. Что там? Да. Погнал, блин. Сейчас посмотрим, что они там вели. А как у тебя по мане, Хант? Улетает, нет? Что-то я пробовал, у меня мана улетала моментально из этих прицельного выстрела. Так он ММ, Хант. Вы что, там сверху суммонили? Не, не. Там типа выстрел химеры, три выстрела, прицельных выстрела, и нет маны почти. Не заходите в рейд. Что все говорят, на форуму даже пишут, что БМ хотят сделать нормально в Т4. Там 7 поменяют. ММ, Сурван, БМ. Нет, это понятно, просто БМ сильнее будет выглядеть, намного сильнее, чем остальной класс. Там БМ теперь от хосты будет зависеть. Т4 опять будет менять? Да. Там. Хантам, ДКшнику там поменяют. Надеюсь, что Суру будет хороший.
Лару ничего не хотят там прибавить? Там, нет. Пару лишних тысяч ДПС, нет? Ну и так долбить. Они хотят этот, забрать. Да, демон уже 6 тысяч ДПС, пожалуйста. Хотите реворки демонов уже? Уже? Я только привыкаю к нему, я только собрал. До этого всегда ему бегал. Еще кнопки научился нажимать на нем нормально. Да не, надо привыкать к сурову. ММ всегда намного легче тыкать.
Че, запустили, нет? Нет, че. Печально. Все, сервер включили. Вроде не откатило. Все в пальце. И КД висит, грула. Блядь. Наш коварный план не случился. На прошлой неделе-то было так. Ну тогда был... Выбор что? Да, тогда просто выкинуло. Тогда мы, короче, грула прошли, сервак ребутнулся и КД сбросил. Мы два раза грула закрывали. Но сейчас это плановая перезагрузка, там же не плановая. Чё я тогда один не закрыл второй раз? Не знаю. Ты ж пошел за кого-то другого. За хантаж пошел. За своего пошел. Так, я тут чё, о чем речь? Заходим, заходим. На прошлом КД за паладина не пошел второй раз на игру, когда мне токен нужен. Я не знаю, почему ты не пошел. Ты на ханте был. Я забыл про это. Ты мог, я тебя мог бы просто собрать, заанролить и все. Нет, я забыл. Там тогда падал? Так, там плечо, по-моему, падало. Да, плечо. Не, тогда штриф... А, да, да, да. Три навара упал, по-моему, да? Да, три навара. И друг. Короче, хуйня все равно. Да, закажем. Там репати не требуется? Не-не-не. Все, окей, окей. Сейчас посмотрим, будет не пятно. Поставь шкаф. Офигеть, все 25 человек этот, в Дискорде первый раз такое. Впервые такое. Да. Локи, шкафчик. Проходку с целка убрали и все, понеслась. Целка 25, целка 25. Проходка больше не нужна. А там тир все он рулит. Пусть он рулит. Боец. Скоро тоже соберем. Думаю, я не знаю, не вижу целка. Иконя, иконя. Не, я видел. Ну там один андрол плюс ДС плюс кровь. Да все он рулит. Да. Двигался только. Плюс ДС. Кстати, ДС-ки можем будет отролить. Хотя если у нас СГ, по-любому ДС. Банк, наверное, будет уходить. А там уже посмотрим, кто шлем собирать будет. Че, погнали трэш часть? Да, во-во-во, трэш часть, часть. Касты кикаем.
Из огня РДД зона. Мили зона. Эти магики в ХМе, они вот эти касты сбивают, только лечение, а не болты. Ну, залп потому этот что не сбивают. Но они там по два косаря бьют. Ну да, а тут, смотри, по... Но. Да хуя. Ой, а кто это здесь лежит? Ты чё, офигел? Я на кубик быстрее напишите сразу, кто на кубик точно. Не-не, в рейд напишите. Ага. Ты возьми будешь ДПС тестить? В чем? У меня еще 4-4, по-моему. И в мили зону выйдете, ребят, очень больно бьет. Поставь меня только в луну и все. Че, можем этим составом икону закроем? Чем делиться на десятки? Ну так-то надо бы. Можно, да. Просто предложить. Бля, я хотел десятку с Роги сходить, ладно. Да ты можешь 25-ку с Роги пойти. А что такого? ДПС и вагон. ДПС и вагон. Хватит. Там как раз 25-ки тебе даже лучше будет. Чё, тебе пригу вырыли? Да. Ногой, если вы не против. Я не против. Может, я предлагаю. Ну просто, кто и не из нашей гильдии останутся, не останутся. Наберу там 270, да, сразу, чтобы принесли себе. Так, ладно, сейчас метки поставлю. Да через неделю тут реально все 180-е будут. Так. Ты говоришь себя в луну? Да. Меня в звезду. Ага. А в звезду я обычно там ставлю, бля. Ну иди, ладно, меня в печень. А. Печенье уже поставили. А что ты в треугольник не хочешь подобраться? Не, постою. А я вон это направлю, пусть бьет. А меня на куб или уже все занято? Не, тебя же поставлю. Сильнее, что еще? Ну и я на треугольнике. Так, косты и свои метки сбиваем, кроме треугольника. На треугольнике вакса бьешь, остальные свои метки сбиваете. Начинаем с звезды. Все. Рибафните? Да, фул рибаф дайте, пожалуйста. У меня рыбки нет. Не падал никто, рыба еще 30 минут. Не, нет. Зачем тебе рыба-то на этом стоит? Сейчас я рыбку дам. ВБ спрашивает, в ШПМ либо нет. Тут у нас и так 4 хила, оставайся, все. Или ты подамажить хочешь? Тигроша, ты не на кубе. У тебе нет метки. Давайте главное, но. Анчик босс кто? Ой, это фоз. Я на него череп поставлю. Сразу бомжа и вызовите, когда это. Инферналы появится. Сюда и ДБ. Мне бомб дашь, когда я это скажу? Нет. Я второму паладину дам.
Давай, Поп. Посты. Дайте галер айди. Манжи, если есть. Я чё, зря на тебя бог тратил? В смысле зря? Где твои 40 там? Ну, блядь, ну, собой в P3-6, или у меня здесь запатия не бьёт, как раньше. Я мог на попаде паладин лучше. Так я уже в месте, блядь, ты рубишь 30 кары дальше. Ну, он крылья не прожал, блядь. Неинтересно. Всё? Минуты. Курим. Иди отсюда, жирный. Чё, хуёв? Распределись каким-нибудь треугольником, да? Потом надо будет звезду захилить. А, нихуя, у тебя на ханте воля есть? Ну так, слабенько одет. Ну, с волей туда 1400 РПБ набрать. На кубы становитесь. 14 секунд, 12. 8 секунд. Две секунды. Нажали. Кстати, я проверял, если на ДК заранее зеленый щит нажать, а потом на куб, то его вообще дамажить не будет. Даже если зеленка попадет. Семену, что можно полу зеленку пожимать каждый раз. Я пират. Я и так выживу. Ну я знаю, вообще говорю. После откидывания сразу становитесь на кубы. Четыре секунды. Нажали. Отлично. Все же до конца держу, да? Я просто не вижу. В смысле, я сразу спрыгиваю. Не ври, я то я вижу, то у тебя хп туда сюда двигается. Это экон меня что-то бьет. Ага. Вон борюсь с Серафимом, не видишь туда сюда. Серафим, оно обгонял, че он там? А сейчас она хоть что оно обгонит. Вот, кстати, это... Настакайте на боссе РПБ.
Вары идет. У меня одного раскола нет, как всегда. Нет. Ой, бать. Только все. На брулетку я стакал. Ты можешь подойти на Сандер. 8 секунд на этой станции. 2 секунды. Одна. Ожерелье. Держим. Не, новый раскол. В ротацию не входит. ДПС поднимет. И не только вам, а всем. Лишняя кнопка. Не так много. Ой-ой-ой. Ты сегодня меня так на защите трясло, но... До сих пор ни один раскол, ну, ребята. Прислушайтесь. Да я сейчас их варов скипаю. Не, есть раскол. Есть. Там 5 расколов есть. А, все, да. У меня нету их. Слабый получается. Да нету их в Алмане. Есть. Скрин. Дай. На кубовой станции 6 секунд. 4 секунды. 2. Нажали. А, меня решили не прохилить, да? Слабо получается. Да, блядь, я хотел написать, кто упадет, вы кастовать, сука. Так они все здесь ходы у нас все. Постоял в огне. Ну мало ли, кто замучил, отпустил. Просто писал хорошо. Все. А что я прохил? Вот он. Да, лук. Да, лук инбаун. Блин, пошел бы на кота Глефу золото, ё-моё. Этот воин упал. А медведя бы забыл. На кого поменяй, да все. О, еще и грудак. Ой. Чё там у тебя ноги? Ровно, остальное ролим сейчас.